Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем проходить Europa Universalis 4, дополнение искусства войны за мин. Так. И тут я подтащил тихонько пару наших армий к айратам. У них нет никаких союзников. Мы на них сможем напасть. За кадром я успел построить посольство, которое дало еще одного дипломата и одну дипсвязь. Теперь мы можем взять еще одного вассала. Ну и надо Аютию аннексировать. Я думаю, может Корею взять пока за вассала. Потом отдать вот эту провинцию ей, если что. В будущем. Потому что Корея тоже такая хорошая, ну, хорошенькие тут провинции. Хотя я не сказал, что по развитию они хороши. Зерно, зерно, рыба. Ну так, немного, в принципе, понастраивали. Тоже рыба. Тут зерно. Просто они национализируют все это не очень прикольно. И эта провинция, это пятерочка, тут базовый налог. Защита тут такая. Можно будет захватить. Союзников нет. Так что можно. Так, и сейчас нападем на... Так, смерть советника на айратов. Так, соперник. Трипура просит прохода. Ты с кем воюешь? Ни с кем. А, пожалуйста. Так, военный советник. Ну, я не знаю, нам пока не нужен. Честно говоря. Так, это военная технология доступна. Что-то бы построить, может, какие-то военные здания, оружейные мастерские где-то тут в колониях. Они дешевые и дают побольше. Вот видите, культура принята сразу же плюс 12 рекрутов идет. Один не принят, а то 8. Японская культура у нас уже считается родной. Так, ну и вот парочку в колониях получше все-таки будет ситуация с рекрутами. Так, и дипломат с Авой улучшает отношения. Да, я так понял. Да. Делаем претензии. Так, ну давай пока Аву оставим. И Ариса там кого-то присоединяет. Я перекидываю. Наверное, Корею все-таки надо захватить. А потом и Японию. Уже тут вот этот узел торговый себе весь почти перебрать. 65% в японском узле. Хотя более важен вот этот Ханчжоу. Тут 75%. Я пару каравелок построил. Так, где наш флот? Надо перекинуть пару армий. Буду уже, наверное, делать 20-тысячные армии. Вот так. Таким форматом надо будет клепать. Может даже 21 тысячу кавалерии, чтобы 3 было единицы. 3 тысячи
все равно 24 кораблика есть. Так, лимит, хотя лимит у меня уже заполнен. Есть дипломат, вернулся. Вентал. Отлично, у нас провинция. Что по налогам тут будет? Так, это важно. Конечно же, повышение обороноспособности. Нормально. Рекруты растут. Так, шериф. Конечно же, казнить его нафиг. Скотина тупая. Что-то флот не соединился пока с тем торговым флотом. Ну ладно, не будем отвлекаться. А может построить еще что-то из военных зданий. И посольство и пограничная зона сделана. Надо бы военные мануфактуры клепать. Хорошо прибыли дают. Так. О, вот тут можно построить еще военное здание. Надо тратить денежку. Так, и объявляем войну. У нас только одна. Тут двоечка базовая новых. Ну ладно. Только одна претензия. Так, и мы врываемся на их территорию. 21-е. Ух ты ж. Чё так поздно? Если ускоренный 13-е, ну это более-менее. Так, а что это? Ага, на Яркент потеряли. 9-е. Снизим скорость. Так, стоп, стоп. Июля. Июня. Так, а если... тоже ускоренный. 3 июля. Тогда лучше генерала сюда. Все, он такой. 12 июня. У них тоже генерал есть. Это им не поможет, даже горы не помогут. Отлично. Так, и тут снимем ускоренный, пойдем отсюда осаждать. Так, а дипломат, национализация идет. Дипломат отправится. Отправиться с Алой, улучшать отношения. Так, а на Юти нужно 630 очков. Ну ладно, будем набирать. Так, Юти упрощено. Что дальше нужно обратить? Ну, давай вот эту провинцию. Так. Вот пока не доплыл. Прилично нужно обплывать этот полуостров. Чуть-чуть реку-то потеряли, но при этих переходах это еще. Так, идея доступна, да? Скидка будет или нет? Так, идея. Ну, блин,
эффективность производства плюс 10% и стоимость снижения инфляции минус 33%. И огневая мощь генерала. И постоянный прирост отношений будет плюс 30%. Так, есть. Задание выполнили. Руджар, это, мне кажется, вот. Нас на Тимуридов натравливают. На провинцию Или. Что нам дадут? 25 военных очков. 25 дипочков. Скорее союз. Давай, сейчас на Корею. Кинем силы. И разорвем этот союз. О. Хорошие, в принципе, события выскакивают. Так, союз. А, пока нельзя. Ну ладно. Тогда пусть пока отправляется назад в Аву. Улучшать отношения. Так, айраты. Давай извинимся. Подумаешь. Савой улучшаем. Так. Казахов хотят присоединить к Тимуриду. Так. Надеюсь, пусть вот это будет вверху. Или сменить курс. Не будем менять курс. Можно только еще военные здания построить. Я тут. А, вот, вот сюда можно бомбануть. В остальных регионах не очень хорошо строить. Полевой лагерь. Плюс 4. Плюс 12. Вот плюс 12. Вот плюс 12. И тут плюс 12. Давай еще один полевой лагерь. Чтобы побольше все-таки рекрутов было. Так, на Японии уже есть повод. И надо вот этот, вот эту армию перекинуть. Вот там. Вот сюда. Ближе к Корее. Здесь Садия у нас провинция стала. Так. Зимняя осада. Осада затянулась до самой зимы, что является, что всегда является дорогим удовольствием, которого лучше полностью избегать. Нынешняя зима особенно сурова, и одна из самых из наших осад может потерпеть крах из-за обморожения солдат и нерабочего снаряжения. Так. У нас есть два варианта. Либо мы будем вынуждены переждать зиму, либо отправить еще больше мужчин, большая часть из которых, вероятно, умрет от голода или холода. Сколькими людьми мы готовы пожертвовать, чтобы захватить еще один город? Так, ну... Вот пожертвуем рекрутами, ладно. Еще 2000.
Так, и свободные дипломаты, да? Вон уже взяли провинцию одну. Так, давай сфабрикуем претензии на Или. Так, а я Кент в союзе с тимуридами. Надо будет как-то организовать будет с ними войну. Проверить их на прочность. Кто-то армия уже идет сюда. Нет, мы с вами подписывать ничего пока не будем. Казань союзник тимуридов? Да. Так, на новое место провинция Кочарный Непур. Отлично. Так, на Пигу у нас есть претензия. Так, Бруней захватил, а там уже Бруней захватывают. Ну. Наверное, стоит еще того Сау Брунея Су. Посмотрим, это кем захвачено? Виджей? Ага. Виджей воюет в Португалии. Все, и мало. Даже не... Давай в Яркет отправим дипломата. Хотя нет, подождем сейчас. Мир подпишем. Гражданская война в Англии. Интересно. И что там? Административная республика. Так. Россия с кем-то там режется просто не по-детски. Швеция, Казань и Крым. Ну, Швеция, Великобритания, Бранденбург. Да, ее с двух сторон просто пиляют. Сейчас еще и Литва полезет на нее. Короче, капец. Так. Вассализация казахов, да? Ну ладно. Так, Айраты. Мы подписываем с вами полное присоединение. Так, агрессивка. Ну, вообще нету. Почти. Ну, 100 дипачков пошло. На вот этот мир. Отправляем требования. Так, хорошо. И наша армия, ладно, пока идет сюда. Посмотрим, может тут понадобятся какие-то еще силы. Так, она будет делать пряности. Хорошо. Пряности ценились в то время. Так. Сейчас посмотрим, где еще наклепать военных зданий. А вроде бы что-то я видел на 12. Человек. Или мне показалось. Здесь, блин, плюс 8. Вот, плюс 12 в Японии.
кстати, лимит вырос. Да, вырос. Может даже кавалерию нанять. Вот как раз. Будет 21 тысяча. Так, ага. Выделили из Японии одну державу, да? Ну и что, мы потом Японии ее назад отдадим. Это не проблема. Так, идея доступна, так что тут. Ну, давай возьмем уже идею. Огневая мощь генерала, эффективность производства. Ну и плюс 30 прирост отношения. Так, и дальше нужно административные технологии прокачивать. Так, ну, вроде бы все по местам. У нас есть повод? Конечно же, есть повод. И мы сейчас им воспользуемся. Наш ход. Пусть Таня заблокирует их. Как раз один кораблик их не завалим. Так, командующий сюда. И объявляем войну. Сохранимся, на всякий случай. Так, а сколько у нас? 870 в месяц. Ну, мало. Надо больше, чтобы прирост был. Блин, забыл задание выполнить. Так, на Или мы как раз делаем претензию. Ладно, пусть будет 25. Ой. Что-то я втыкаю. Забегаем. Забегаем. И забегаем. 6 декабря, 2 декабря, 4 декабря, 12 декабря, 11 декабря. Ну, а перейдем к первому. Разобьем лишнюю армию. Еще и равнину. Еще и полностью разобьем. Вот эту армию сюда, эту армию пополам, и вот так. В принципе, все хорошо. И кавалерию сюда загоним. Так, еще можно построить полевые лагеря. В принципе, прибыль позволяет. Нам бы еще флот построить. Пару карак. Ну, пока одну. Бомбанем. Там еще надо будет. И надо брать уже эту технологию. Я так думаю. Мощная здесь кавалерия и восьминаменная кавалерия уже доступна. Можно даже сейчас поменять ее.
так вот. Завладеть провинцией или 25 админок. Аличуха. А где это? Вот. 15 админок. Создать союз провинций. С державой Жень. Давай, Жень, создадим. А, не забыть. То сейчас еще и Жень захочу захватить. Я могу. Так. Колониальная миграция. Турухан увеличится. Так, она... Где этот Турухан? А, мне кажется, Турухана это где-то аж... Это аж вот там. Ну ладно. А, и она стала уже колонии полноценной, провинции полноценной. Так, ну и отправляем в Нарым. Наруем там немножко. Так, я так понимаю, что мне светит война с эйратами, поэтому я буду сейчас туда стягивать свои силы понемногу. Корею сейчас сделаем вассалом. Будем потихоньку накапливать те дипочки. Так, на Казань. Пока ничего не сможем сделать. Значит, будем на Яркен делать. Чтобы на все было претензии. Там уже будем разбираться. Кто, зачем и куда. Так, еще отправим войска сюда. Наверное, думаю отправлять их аж на Рим. Вот пока отправим вот сюда. Дипломат свободен. А что создать претензии? Наверное, на Малаку собираем претензии. Пусть будет чем побольше. Так, что-то эти 6 кораблей. Где вы торгуете Ханчжоу, да? Давайте соединимся. Вот они автоматически не соединились. Ханчжоу. Эти пекины торгуют. Так, храбрые генералы. Ну ладно, страна нуждается в них. Пожертвуем стабильностью. Это военным... этим, чем это, военными традициями не хочется жертвовать. И так добываются нелегко. Поставим тут на блокировку сейчас кораблик, точнее часть флота. И надо бы еще пару карак вот бомбануть, и возможно даже каравелку еще пару штучек. Вот так.
Осады идут. Так, теперь можем присоединять кого-то. Так, Манипур обратим. Там чуть-чуть беспорядки в Манипуре возможны. Есть, есть. Сразу пару провинций, в которых осады закончились. Так. Манипур это вот тут, да. Чуть-чуть беспорядки есть. Ну и что, сейчас тут... где это они? Близкие фанатики. Так, есть. Захвачен один транспорт. Хорошо. Мы пойдем пока сюда. Мне интересно, воюет ли Тимуриды сейчас? Нет, Тимуриды сейчас отдыхают. Это плохо. Надо, чтобы они с кем-то повоевали. Наш уже лимит. О, займ нужно выплатить. Когда нам нужно его вернуть? В 34-м, да? Значит, нужно накапливать, я не забыл. Какое дело. Повстанцы, думаю, не успеют сформироваться. Верное предложение. Отклонить. Давай из Алы забираем бойца. А, пока нельзя. Еще повстанцы. Повышение обороноспособности. Ну, конечно же, это важно. В Иркутске. Так, ну, Корея, ты примешь наше предложение стать вассалом? Конечно же, примет. А денежку нам дашь? Нам тут долги нужно отдавать. Конечно же, даст. Так, ну, в принципе, никто особо не обидится даже. Отлично. Так. У нас новый вассал. И это хорошо. Так, Лиса напала уже на Непал. Пойдите, один брак просит. С Виджей воюет, ведь еще Лиса. Так, а... так. Ариса и Мила. Интересно, Испания высадится тут с Португалией, Виджи или нет? Так, тут собираем армии наши. Начинаем их понемногу загонять туда. Я вот думаю, эти 16 тысяч, наверное, из Японии нужно перекинуть сюда пока. Потому что они мне могут пригодиться. Так. А, забирать их. Яркен сделал повод. Так, еще надо сделать на него повод.
Так. Забрать вот эти 16 тысяч. Экспертиза экзаменов. Так, стабильность поднимется, эффективность миссионеров. Так, административные очки. Даже не знаю. Настала пора реформ. Обменка мне нужна. Даже очень нужна. Чтобы новые идеи открыть. Так, и надо с Женем союз заклепать. Чтобы еще получить халявные очки. Есть дипачки халявные. И сейчас разорвем союз. Иди нафиг. Так, улучшить отношения с Кореей. Престиж. Чара. Земляной вал. Да, сделаем земляной вал. Но когда только отдадим денежку. Так, чара это где у меня? А вот чара. Хорошо. Сейчас только расторгнем союз. Так, загрузились, да? Хорошо, выйти в Пекин. Тут как раз пару каравелок готово уже. Карака. Так. И отправляем их, конечно же, в Ханчжоу. Это самый важный узел. Вот это тоже важный, но тут все-таки меньше оборот, видите, 13 монеток у нас идет. Тоже 99%. В этом торговом узле. Потому что Корея уже у нас не берет денег. Ну, торговое влияние там свое не распространяет. Так. Сюда армию подведем. Так, займ. Мы уже можем выплатить займ. Да. Отлично. И можем построить в чаре земляной вал. Так. Исландия присоединилась к Голландии, да? Так, о, Виджи заключила мир. Вот это интересно. На каких условиях? Гоа забрала Виджи себе. Взяла денежку с Португалии. Вообще красавцы. Жаунпуром и Осамом воюют. Еще. Так, тимуриды. Ну повоюйте, блин. Да, нападает на Яркент, тимуриды за них вступятся. Какой воентех у тимуридов? А, блин. Это уже нехорошо. Ну, наследник такой, смотрите. Нам как раз нужен администратор и дипломат. Хорош в этом плане. Вот это сколько? 30 лет, этому 3 года.
конечно, админка у него не очень. Так, вот это... Армия, наверное, пойдет в Хабаксар. Будем тут наступать. Тут поставим... Пока 16 тысяч. Может, Казань может влезть. Если мы, например, сейчас объявляем войну Яркенду, и Тимуриды уступаются. Да. Так, коробка. Надо бы что-то на прибыль построить. 0,9. Пока я не вижу ничего такого хорошего. 0,24. О, 1,3 есть. Давай бомбанем, пусть будет. Фарфор делает нужное дело. Ну. Еще у нас провинции. Еще есть пару тысяч, которых можно нанять. Так. 17 тысяч. Давай пехоту наймем. Тут пушки добавим. Будем уже выводить новшество. А, не жалеть средств. Сейчас нужно, наверное, генерала будет брать. А нет, у нас только один может быть. Командующий будет. Так, куда этих дипломатов направлять? Одного в Аву. Аву. Отношения улучшать. А, другого в Корею отношения улучшать. Так, а третьего... Не знаю. На Казань можно фабриковать претензии? Так, Казань уже с кем-то воюет. Тимуриды пока отдыхают. Так, ладно. Глянем летопись. Тимуриды. 36 тысяч наемников. Что-то 6 тысяч у них. И 66 тысяч сейчас есть. Но у нас побольше вроде как в данный момент. И уже скоро будет, ну, 900 человек в месяц. Конечно, не густо, но... Еще и командир умер, спасибо. Так просто... Просто как раз перед войной сейчас какой-то тупица будет. Ну, не тупица, но... Был получше. Да, спасибо. Удружили. Вон еще армика сделается. Так. Надо что-то будет еще отстроить. Наверное, по военке нужно строить пока. Денег хватает.
А, оружейная мастерская вот тут. Пусть делается. Ну и следующая серия, думаю, начнется с того, что мы нападем на тимуридов. Так. Но я забыл посмотреть все-таки их военных. Так, 17-й, 14-й. Ну, разница ощутимая. То видишь, тут западная уже. Тимуриды, мусульманская тимгруппа. Нужно до Перми дотянуться или до португальцев. Пока не открылась нам, блин, эта часть. Так что португальцами нам не пахнет даже, к сожалению. Так, Аркуюну присоединили. Ох ты ж. Как отношения подухудшились. Ладно. В следующей серии уже будет новая война. А пока всем спасибо за просмотр. И не забудьте поставить лайк, если понравилась данная серия. Всем пока.